Я совсем не умею петь, только когда дурачусь. Тогда могу петь. Ладно? Ладно. Режиссер написал этот сценарий как реакцию на фильмы, которые он смотрел. Ему казалось, что эти фильмы были сделаны, персонажи были созданы по образу и подобию Божьему, а он хотел создать фильм, который бы отражал человеческую природу. И ваши слабости — это то, что делает вас особенными. А герои фильма никак не могут это принять, потому что они живут, они стремятся воплотить идею совершенства, а это существует только в кино. Это такая идея, что надо быть совершенным всегда. Вроде как и жили они долго и счастливо. Но что происходит в этом долго и счастливо? Персонажи встречаются и влюбляются, но ведь потом встают практические вопросы о том, как помочь вашей любви выжить. Вы живете вместе в доме, вам нужно делить пространство, и по каким-то причинам у многих людей любовь в таких условиях не выживает. И режиссер пытался понять, почему. «Не понимаю, что ты хочешь от меня услышать. Хочу, чтобы ты сказала, что происходит. Я хочу знать. Мне уже плохо становится. У меня чутье. Я знаю, что что-то произошло». В самом начале, когда я подписался на этот проект в 2005 году, была идея снять начало фильма, потом подождать 6 лет и снять более поздний период истории. Режиссер был вдохновлен этой идеей. Встретить режиссера с таким желанием — это нечто нереальное. Это же все финансы. Продюсеры сказали, ну да, 6 лет. Нет, мы вам даем выходные. Нам не разрешили это сделать. Но сам факт, что он хотел так сделать, много для меня значит. Стой, 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 нет, не надо, нет, нет. Ты не скажешь? Нет, слезай. Люди, рядом с которыми я рос, были очень яркими личностями, но со своими недостатками, но все равно очень особенные, как раз из-за своих недостатков, и они не были плохими или хорошими. Они были хорошими людьми, делающими плохие вещи. Я никогда не мог классифицировать их у себя в голове или дать им определение. Они были гораздо более сложными, чем персонажи в тех фильмах, которые я смотрел. Складывается впечатление, что в фильмах люди хорошие или плохие, вот тут этот человек, а там вот тот. Но каждый играет свою роль. А я ищу персонажей, которых не так легко списать со счетов. Я ищу людей, с которыми я вырос. Я надеюсь, что этот фильм, что он запустит диалог в парах. Как нам не допустить такого в своих отношениях? Фильм не говорит, что это неизбежно. Он говорит, что такое случается, если ты думаешь, что достаточно только любви. И я надеюсь, что люди, посмотревшие фильм, пойдут домой и позвонят тому, кого они любят. И они начнут разговаривать, пытаясь сделать так, чтобы с ними этого не случилось.